общем, в эфире у нас сегодня продвижение. В общем, неожиданный, долгожданный, хороший, интересный обзор, который я обещал снять еще в предыдущем видео, которое вышло о планах. Это обзор на группу Leaning Flame. Очень была известная ступинская группа. Они отыграли очень много концертов, в том числе на больших площадках. Вам объясню, такие как вот в Родине сборный концерт был, там она выстрелила очень хорошо, эта группа. Музыканты у нее играют отлично. Кстати, профессиональный барабанщик у них Серега Ариц. Те, кто не знает, он очень во многих группах играл, у ступинских на барабанах, в том числе и Мандрагора группа. И еще там перечислять просто, он один из профессиональных и лучших, наверное, барабанщиков со Ступина, который принял также участие и в этом проекте. Вот. Также у них очень хорошие, такие интересные драйвовые тексты. Ну и что еще вот от себя хочу добавить, то что вокалист у них молодец, он четко и грамотно поет и до сих пор вроде какие-то вещи, ну, выпускает, но это, скажем так, уже не то, это сольно. А вот часть группы, я не знаю, они занимаются вроде тоже своим творчеством, но сейчас вот такие как сборы концертов, к сожалению, и песен нет. Но я думаю, у них еще все впереди, много чего будет. И напоследок вам хотел бы все-таки зачитать информацию о них. Вот эта группа Living Flame. И рассказать немного, что вы можете увидеть, допустим, в их группе. То есть, для начала давайте информацию. Вот вам расскажу. Так, Living Flame. Группа основана в 2007 году. В начале своего творческого пути основной идеей коллектива было исполнение музыкальных произведений в стиле heavy metal. Да, кстати, это у них очень хорошо и ярко получается. Вот. Но вскоре они заинтересовались более молодым и мелодичным стилем, таким как power metal. Ну, он, кстати, более популярный. Вот. Ну, повлияли на них группы Ария, Эпидемия, Hammerfall на их творчество. За все время существования в арсенале команды накопилось огромное количество материала, как в одном, так и в другом направлении. Сочетание тяжелых, энергичных рифов старичка Хэви со скоростью и мелодичностью Power Metal стало основной отличительной особенностью группы. Вот. Ну, здесь также пишут там далее, что они играли там вот об их деятельности. Но это все можете найти, ссылки будут в описании, ну, в основном ВК, может, подсказки, но кому нужно, на YouTube я тоже сделал. Далее вот скажу состав, ну, это который был уже давно, ну, сейчас уже этого состава нет, но все-таки я вам зачитаю. Митряев Евгений – вокал, Иванов Сергей – гитара, бэк-вокал, Микшин Эрик – бас-гитара, бэк-вокал и главный. Помните, это Серега Ариц, мы с ним делали трейлер-интервью, но, к сожалению, так не получилось записать главный. Барабанщик Клименков Сергей, более известен как Серега Ариц. Вот. Дискография есть небольшая здесь у них тоже. «Поверженный тьмой» – демо 2008 года, альбом. «Портал Метал» 2010-го, «Ванк Волл» 2011-го, «Прорыв» 2012-го. «Мазер Рекордс» указан лейбл, не знаю, там ли они записывались. Также ссылки на различные сообщества, там, которые вот с ними связаны, вот тоже можете ознакомиться. Вот. Это что касаемо истории и дискографии группы. Далее, сейчас теперь расскажу вам, что можно найти в группе. Много фоток можно найти, вот, очень интересных, в основном с концертов, там вот фотографии 194. Вот, вот такие вот, например, обратите внимание, тоже вот интересные, вот у них фоточки такие вот есть, крутые, достаточно, да, вот с концертов. Вот, многим понравится, из вас зайдет по-любому. Вот, так что, ну, видеоклипы, ну, их здесь так не очень много, но в основном все как бы старые. Вот есть один новый, 3 года назад, это, ну, не особо тоже уже. Вот, а основная, кстати, вот здесь клип, их всего 7, это основным является «Книга смертей», записан, который меня больше всего порадовал, вот, с концерта. В основном он сделан монтажом, смоделированный из концертов, и там отрывка, где ребята репетировали.
общем, очень крутой клип, настоятельно рекомендую посмотреть и ознакомиться также. Вот, ну и что еще? Ну, музыка, да, вот здесь достаточное количество ихних песен есть там, где вы тоже можете ознакомиться с творчеством, очень они все интересные. Вот. Также, что еще? Ну, так, различные ссылки, там, статьи, это все уже, ну, такое. Вот. Ну, тут я постарался более подробно довести информацию, ну, чтобы все знали, так сказать, об этой группе больше всего, и чтобы всем было интересно смотреть, чтобы не спрашивали лишний раз, что там, допустим, как эта группа, где ее найти. Тут, я думаю, я все более подробно вам описал, все рассказал четко, не торопясь, все как бы ясно, все понятно. Вот. И в дальнейшем, да, если эта группа вдруг опять соберется, ну сейчас, как я сказал, они сольные в основном играют там проекты. Ну и то редко выпускают, очень достаточно редко. Но если соберется, вот сыграет концерт, я думаю, было бы крутым вам всем прийти и поддержать их. Ну, также по возможности подписаться, кому интересно творчество, вот, поддержать группу, вот этот проект, там, послушать их. Ибо они того стоят, понимаете, они делают достойный материал для вас, а вы, соответственно, постарайтесь для них. Вот, ну, на этом все, ребята. Наш обзор заканчивается. Я вам всем желаю побольше рока, хорошего настроения. И слушайте группу Living Flame. И по возможности, если вдруг будет, то ходите на их концерт. Ну, в общем, на этом все. Как-то так вот, ребят. А также подписывайтесь на наш канал на YouTube. Подписывайтесь на нашу группу ВК. Ставьте лайк или дизлайк. И пишите в комментариях все, что вы думаете про это видео. А также в обсуждениях и в улучшениях ВКонтакте. И донатьте по возможности на развитие канала, кому есть возможность. Ну, на этом все. Мы ненадолго прощаемся с вами. Далее вас ждет много чего интересного. До новых встреч в эфире. Всем удачи, всем пока.